В разгар лета можно каждый день закатывать по баночке ароматного компота, чтобы к зиме быть во всеоружии и запастись вкусными напитками из фруктов для всей семьи. Выбирайте сладкие персики и яблоки. Подготовьте указанные ингредиенты. Персики промойте в воде, разрежьте пополам и удалите косточку. Нарежьте мякоть ломтиками в кастрюлю или другую емкость, в которой будете варить компот. Если фрукты мелкие то используйте 2-3 плода. Яблоки промойте в воде, разрежьте на 4 части и удалите сердцевинки. Нарежьте мякоть ломтиками и всыпьте в емкость вместе с сахарным песком. Добавьте лимонный сок или замените его щепоткой лимонной кислоты. Влейте воду и поместите емкость на плиту, включая максимальный нагрев. Доведите содержимое емкости до кипения. Убавьте нагрев и отварите компот примерно 12 минут пока ломтики фруктов не отдадут жидкости свой цвет и аромат. Ошпарьте банку и крышку кипятком, перелейте в нее приготовленный компот и быстро закатайте по резьбе или с помощью ключа для консервации. Остудите при комнатной температуре, а после перенесите заготовку в кладовую, подвал или погреб до зимы. После вскрытия компот можно сразу разлить холодным или подогреть.